Карен, добрый день. Добрый Расскажи день. Про сегодняшнюю игру, впечатления, эмоции, ну и по сопернику. Хорошая игра соперника, молодцы ребята, доигрывали каждый эпизод. Единственное, ветер, конечно, мешает. Влиял, да, на игру вообще? Ну, влиял, да, влиял. Тяжело в такую погоду играть. Как настраивались на игру? Что вообще соперники знали, не знали? Ну, а соперники, ребята, рассказали, что надо поаккуратнее с ними. Как бы завести смогли легко, как бы поэтому старались максимально аккуратно, максимально быстро играть. Настрой хороший, видите, сегодня у нас как никогда 18 человек было на игре. Новая как? Форма подъехала, как все, форма? Все налетели на новую форму. Хорошая форма. Хорошо сидит? Да. Excel взял нормально, как раз самое то. А кого выделишь из команды соперника? Кто сегодня создавал проблемы в вашей команде? Капитан у них неплохо играл и пару человек из нашей команды могу выделить за соперника. Что можешь по судейству сказать? Судья, я вот седьмую игру в жизни играю, но это был лучший судья. Конечно, объем сумасшедший дает, Карасев отдыхает. Молодец. Спасибо, с победой, мужики. Спасибо. Давай.